Надо сказать о том, что, вот давайте так, 14 фокусов языка. Но это не просто фокусы языка, какие-то конкретные фразы, которые теперь можно брать и использовать в отношении разных убеждений. Ничего подобного. Это структуры мышления. И из этих 14 фокусов языка некоторое количество фокусов языка у вас будут такие: «Ти, это же вообще просто, это легко». Что, реально у кого-то не получается так мыслить? Это говорит о том, что это ваши стратегии мышления. Некоторые, блин, что ты говоришь, я не понимаю. Еще раз. А другими словами можно? А потом через какое-то время бац, и начинаешь понимать. Я в свое время Стивена Хокинга так читала. Да, там, начинаешь читать абзац. А у тебя нет структур мышления, которыми это понять. И ты такой, что написано? Перечитываешь второй раз. Блин, я не понимаю, что тут написано. Перечитываешь третий раз. А что было непонятно первые два раза? То есть, по сути, есть определенные стратегии мышления привычные, а есть стратегии мышления, которые проскакивают, не доходят до тебя. Что за вообще, что за смысл скрывается за этими словами? Все это структура мышления. И у нормального среднестатистического человека, сейчас я скажу ужасную вещь, ну, 4 фокуса языка, привычных, используемых в жизни. Из 14. Чем более прокачанный человек, чем больше ему приходится общаться с людьми, чем более успешен он в общении с людьми, тем больше у него фокусов языка.